Приветики, мои хорошие. Сегодня я для вас снимаю видос ваших парней. Как обычно, ваша любимая рубрика, да? Вот. Поехали с тетечкой Женечкой видосик. Ну как-то так, вы ждали, вы так просили, вас так разочаровало, это было, не было. Ну, не разочаровало, типа вы очень хотели проверочку. Сейчас будет проверочка. Это, кстати, новое колье из Пандоры. Биг-биг бури, бочугара, биг бури. Так, тетя Женя, проверь моего парнишу. Ужас какой. Пожалуйста, парнишу, девчушка. Зачем вы используете такие старославянские выражения? Ну зачем, не надо так. Общайтесь нормально. Говорите, звонит, они звонят. Поняли? Поняли. Вместе 4 года, и в последнее время он не проявляет внимания. Изменяет по слухам, всегда все было идеально, а сейчас что-то пошло не так. Расклады огонь, люблю тебя. Надеюсь, у него открыто личное сообщение. Ну вот, что мне с ним делать? Вот что мне с ним делать? С него закрыто личное сообщение. Жду буквально 2 минутки. Не примет, разговор окончен. Ну ладно, пока вот так повисит, пусть, а мы посмотрим остальных. Поправилась? Я поправилась? Ну чё, ку-ку? Я поправилась. Смешно. Я наоборот худею, девочки. Я поправилась. Я поправилась. Господи. С ума сошли. Еще мне начали писать про роллы, что типа у меня глисты в попе заведутся. Вы из какой деревни? Вы откуда вообще эту информацию берете? От бабы Нюры, блин, которая беляшами торгует? Или что? Я понять не могу. Глисты от роллов. Я их кушаю, потому что они вкусные, в них меньше 1000 килокалорий. Там где-то у меня получается, ну, 500 с чем-то вот за роллы 6 штук и 300, ну, где-то 248 там килокалорий в сашиме. Я ем рыбу, лосось и все. Привет, Жень, проверь этого мальчика. Он говорил, что девушки нет, потом узнал, что он в отношениях, помимо вообще еще с 3 девочками. Молодец, наш пострел везде поспел. Так, чё? Слышь, ты, блин. Всё, вопросов нет. Привет. Так, проверь его. И не пишите историю. Смотрим всех. Приветули. Вообще как-то пофиг. И как мне его проверить, если у него аккаунт закрыт? Ой, ручка чешется, это к деньгам. Не нравится моя фигура, но считаете вы меня некрасивой, я не знаю, толстой, глупой. Зачем вы следите и подписаны? Реально? Реально подписаны. Зачем это делать? Поправилась. Мне просто грудь намассировали, понимаете? И попочку мне массируют. А вам кто-нибудь массирует попочку и сисечки? Нет? А вот мне массируют, понятно? Причем с самого детства. Сначала мама, а потом Мулат. Вот так. Вот так. Причем подкачанный Мулат. Ему понравилась жируха. Как я его, блядь, проверю? С него закрыт аккаунт. Ёб вашу мать, а? Чё нельзя мне, блядь, скидывать нахуй? Чтобы у них аккаунты, блядь, были открыты. Ёб твою мать, блядь. Мне что делать с этим? Чё, этим долбоёбом, блядь? Писать, сука. Привет, Жень, проверь его. Очень нужно, блядь. Сейчас посмотрим. Меня прям реально нервировать, блядь, начинает. Камиль. Господи боже. Не оскорбляй чужих парней. Проверь, пожалуйста, парень подруги изменяет. Я говорила много раз, она не верит. Давай, Лёша, бурый. Знакомы? Нет. Хочу познакомиться, в чем проблема?
я нашла тебя в рекомендациях, решила написать. Че, брось, без привет, сразу знакомы. Не буду докапываться. Ну, я просто... О, боже. Увидела тебя в рекомендациях, решила написать. Все. Соси мой наёб. Алейкум ассалам. Как дела твои? Так. Люблю сильно, но все так странно. Бонжур. Ёпта. Провели его вместе 2 года. Познакомиться. Моя отлично делаешь что? Познакомиться. Так, блядь, Масюсь, не пиши-ка, моя горыся. Девочки, не надо писать, пожалуйста. Если я говорю, что я снимаю видос, значит, не нужно тетечку Женечку отвлекать. Как красавица, спасибо огромное. То, что надо. Сижу текст для трека пишу. Что за трек? Так похуй. Так. Проверь эту падлу. Так. Бонжур. Ну, скинь текст там, что. Послушать, может, ты уже что-то написал, интересно. Так. Стал закрытый, вот страничка. 1,5 года встречаются, измен не было, но... Будут. Ну, расскажи тогда что-нибудь о себе, что ты еще делаешь помимо музыки. Вот общается Власов, вообще отлично, мальчик. Все нормально у него. Так, это... А, ну я ему написала. Следующий. Интересно, общается ли он с девушками? Конечно, да. Играю в Fortnite. Так, ладно, не буду блокировать. Хотите засветиться, светитесь. У меня основная аудитория женщина, так что к вам никто подкатывать не будет. Вот мужикам выгодно у меня быть в видосике. Много одиноких женщин. Стикер, приветствую. Дела как твои? Давай, блин. А ты чем занимаешься? Да ничем, просто сижу, отдыхаю. Ты вообще из Москвы? Давай, 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 давай! Не, не знаю. Ну, Москва. Блядь. Диума. У меня тоже все хорошо, делаешь что? Ой, боже мой, давай, а. Хорошо, девочки. Я просила, они в курсе, что я снимаю видео. Зачем меня так вот заебывать, а? А ты вообще из Москвы? А москвичка, это круто. Чё, хочешь в моей квартире поселить? Так. Ну, так бросай шарагу, переезжай в Москву в шарагу. Просто предположила, потому что я из Москвы. Я думала, что ты из Москвы. Ебанутый, блядь. Ну, а вообще Москву собираешься? Давай, блин, тормоз, а. Ну, как-то не посмотрела, я сразу на фоточки перешла. Бесят.
бит. Так. Да, конечно, в нашем Мухосранске делать нечего. Ну что, когда приедешь, тогда получается. Круто. Чё круто? Чё тебе круто? Так. Когда в Москву собираешься? Круто! Охуенно, блядь! Я прям бесит. Года через два получу. О, получается, так поздно, да? Как будто я тебя ждать, блядь, буду. Ну, вообще голосовой не слушает, он просто текст включает. Никогда. Ну и правильно. Что тогда? Я еду в Великий Новгород. Великий Новгород. Он разве не просто Новгород? Он, блядь, великий с приставкой. Конечно, можно, даже нужно. Приезжай, я тебе Москву, блядь, покажу. Едь. А ты чё не едешь? Хорошо, мальчики. Чё, заблокировал, что ли? Обосрался? Нет? Так. Мне больше Питер нравится. Ну, чё тогда до встречи в Питере? Ну, тогда до встречи в Питере. Так. Ахаха. Блядь. Так. Следующий кто? Петухи. Мы с тобой знакомы минут 10, а ты меня уже к себе зовешь. В смысле к себе? У меня ты жить не будешь. Я тебя просто зову погулять. К себе, блядь. Разбежался. Ты там что-то понял. Ты кто? Хуй в пальто, блядь. Кто я нахуй? Сука. Тупой, что ли? Увидела тебя в рекомендациях, а что такое? Ну, ёбка для уёбка, блядь. Ну, типа, не ко мне же, блядь, в ложе. Нет, малыш, это, блядь, ты так понял. Ты хочешь, можешь под моими окнами спать. Просто. Дела, как твои, откуда ты? Давай, 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 до встречи. Сука. Да никогда, блядь. До встречи. Не, я лучше в Мухосранске поживу. Ну, хорошо. Такой шанс проебал, конечно. Из Ижевска. По твоим друзьям и городу, вот и говорю, странно. Нормально, но голова немного болит. А чё, голова болит? Сука. В натуре. Реально, нереально, как говорится. Так. Ты тоже летишь в блок, моя хорошая. Как тебя заблокировать-то? Оп, смотри, и все. Ой, девочки, какие же вы глупые, а? Нельзя так заебывать. Вы также мужиков своих заебываете, да? А потом удивляются, почему парня нет. Ой, не надо, радость моя, еще увидимся. Когда-нибудь, наверное. Да хз. Че, какой вопрос? А что? Ну, выпей тогда таблеточку. Чудик, блядь. Вот такое состояние. Так. Господи. Уже. Ну так делаешь. Слушай. Что слушать? Что? Ты выглядишь знакомо. Да ты что? Будущая жена? Наверное. Так, Анастасия Орлова.
Вы тоже охренели, так что вы летите в бок. А вы тоже... Рот! Ты знаешь, что я снимаю! Что, блядь, хочешь чес полететь, любовь моя? Пиздец! Тихо, блядь! Бесит тварь. Сейчас, блядь, тоже нахуй бог, блядь, полетит, сука. Ну вот видишь, какая прелесть. Вот и встреча. Там тебе что было? Жена сама напишет. Так, ты когда в Москву собираешься? Рассказывай, дорогой. Не прощу, блядь. Бог простит, а я запомню. На какой день-то? На тот день, когда я тебя в ЧС кину, если ты меня заебешь. Шутка, не буду я ему это отправлять, он сейчас сольется сразу. Обосрется и сольется. О, кстати, прикольно. Вот это игрушка, да? Через 2 года. Ой, как грустно. Что, ты в тюрьме сидишь? Так, на черный я же сказал. Ой, а мне нравится мулат. И когда у меня мулат появится, ты повесишься. Вешайся. Ой, ору, блядь. О, почти. Ну, слушай, я отучусь на адвоката через 4 года. Может, я тебя спасу. Запахло расизмом. Что случилось? Юху, ты в видео и в блоке тоже. Юху! Блядь, техникум. Я закончила 11 класс, поступила в университет. План, блин. Не, я тебя пока плохо знаю, так что... Чтобы из-за тебя вешаться. Да ты что, сам себе противоречишь. Только что повеситься хотел. А, ну бывает. Давай еще интересненькое про себя расскажи. Давай. Шурум-бурум. Ну это, у меня шиза. Ой, бывает, биполяр очка. Так, я музыкант. Че, в метро где-нибудь в этих подъездах там играешь? В этих, в переходах? И танцуешь в ТикТоке, да? Че с классом это? Киберспорт! Игроман получается. Я уже привык. Нужно пропивать таблеточки, а то так и сброситься можешь. А потом такой, а зачем я сбросился? Мы же с ней знакомы 10 минут. У нас на студии. Она, наверное, дэнсфул. Ну, слушай, я не знаю, у кого у вас на студийке. Ой, тебе не нравится тикток? А почему? Попочки девочки крутят, что нет? Получается, гей. Ой. Бонжур, мой. Ок, ток, тихо сиди. Так. Да, хорошенькая девочка, но шнобель огромный, и губки надо подкачать. А еще у нее не прокрашенные корни, у нее как, блядь, странный какой-то цвет волос вообще, там это нахуй. Она все цвета собрала, нужно это, покраситься. А на лице у нее блестки, ёпта. Где я тебя видел? Не знаю, радость моя, во снах, блядь, приходила к тебе как будущая жена. Опять шутки про жену.
Так, ну все, уродцы ваши не пишут. Ой, у меня же голова от них заболела, я уже таблетку пила. Заебись. Да я поняла, что ты хотел сказать. Так. Еще очень интересного расскажешь. Здравствуйте, блядь. Как ваши дела? Вы из Москвы? Молодой человек или не очень молодой? Ну, богиня. А засохшие это случайно не чьи-то семена? Что у тебя, блядь, за шутки-то нахуй? Сперма прозрачная, блядь. Если она у тебя желтая или какая-то там непонятная, значит, это болезнь у тебя какая-то, массесть. Ну реально, что за шутки-то, блядь? Если ты... Ну, если ты про реальные, блядь, семена, то может быть такое, но я не слышала про маски с семенами, типа, блядь. Вот. У меня скоро альбом, скоро клип, просто, блядь, все пока что, нечего рассказать. Ну тогда спроси, блядь, у меня что-нибудь, долбоёб. Спроси, задай вопрос. Клоун, блядь. Что случилось, радость моя? Темы какие-то я затронула нелицеприятные, не на лицо сидящие, да? Ты слишком сексуальная. Мне так приятно. Наконец-то, блядь, не жирная. Ты жирная, ты жирная. Блядь. Вот. Ну, наконец-то я сижу, думаю, когда же ты спросишь, блядь, про меня что-нибудь. Ну что, я самая прекрасная в этом мире. Твоя будущая жена по совместительству и адвокат будущий и, собственно, модель по совместительству, получается так. Вовремя ты мне написала, просто мне грустно было сегодня, а тут ты. Да ты что, я тут это, клоун, да, для тебя, блядь, шут гороховый. Ты что какой, блядь, повеселить я тебя пришла, давай ты теперь весели, получается. А я теперь поняла, почему это, у меня мужик мне, блядь, в ножки кланяется, да, потому что, блядь, то есть, получается, ему повезло со мной. Мазь, если ты посмотришь это видео, смотри, не проеби. Я жду цветы, сука! Размер 19. Пальчики толстые, но тем не менее колечки вот, вот такое, понял, блядь, ты видел подвесочку, сережечки, да? Не сережу, блядь, сережки. Да это что, правда, что ли? Может, ты померещилась? Не очень молодой, допустим, из Москвы. Работа... Какая работа, блядь, закладчиком? Мне вообще не... Сука, какая работа закладчиком, блядь? Я тебе, сука, хоть что-нибудь про закладку, блядь, сказала. Я тебе пишу просто познакомиться. Сука, ты тупой, блядь. Что, реально пишут про закладки? Блядь, это же вот не первый раз такое слышу. Просто мне лично не писали, блядь. Ну а что тебя смущает, радость моя? Ты меня, наверное, на обложке Вога видел. А тебе сколько лет? Мне 20. А тебе, радость моя, сколько? Шурум-бурум, блядь. 24 на 7 по КД в день раза, по 2 стабильно. Слушай, ну ты, блядь, популярный. Так, все норм. Ну и хорошо. Продолжаем общение. Я продолжаю говорить то, что думаю. Не дождетесь. Я продолжаю говорить то, что думаю. Отбоя нет. Ой, да ты что? У меня та же хуйня по мужчинам. Смешно, смешно. Чат рулетки сидит, угорает со всех. Ой, может быть...
и я. Но сейчас я сижу в ВК, и все, нет, шутка. Ну, просто... Не-не-не, опасный момент. Ой, так приятно. Наверное, эта девочка очень красивая, как я, блядь, да? Хорошо, что не у меня. Ой, реально хорошо. Так, а ты вообще откуда? А, ну, говорила, из Москвы. Ой, правда. Так, что ты делаешь в свободное время? Вообще расскажи о себе что-нибудь интересненькое. Давай. Любовь 3 года ждут. И я подожду, да, блядь, и ты подождешь, получается. Любовь проходит, живет 3 года и проходит потом. Я не хочу, чтобы так было. 23 января, 18. То есть ты даже несовершеннолетний, получается. Получается, будем общаться по расписке. Так, ждем. Типа, сама себе комплимент сделала, я сказала, что она похожа на тебя. Ждем. Любви возраст... Вообще-то, мать, любовь 3 года живет, потом умирает. Вот могут, блядь. А тебе сколько лет получается? Мне получается 19. Так, смешно. Ой, мать, я не спорю, я сама смеюсь. Привет. Артём, вы что, сошли с ума? Малыш. Малыш, я слишком злая тетя, не пиши мне. А мне получается меньше. Какой ужас! Какой ужас! Я совращаю ребенка! Как обычно. Обычный мой будний день, блядь. Позже поговорим. Да нет, мы сейчас закончим. У меня пальчики хрустят, если что. Все, узнала, возраст, перестаешь писать. В смысле перестаю писать? Что перестаю писать? Мне 19. Что такое? Что я перестаю писать? Возраст, перестаешь писать. Что за бред? Что ж? Я не поняла, блядь, что он хотел сказать. Я не понимаю. То ли я тупая, то ли что? Что происходит, блядь? Ой, все. Подождешь, я... Да, конечно, и... Конечно, нет, блядь. В свободное время я сплю, бухаю. О, молодец. Ой, какой молодец, бухаешь и гуляешь. То есть распиздяй, да, получается? По совместительству живу с родителями. О, да, сегодня я буду всех хуесосить. Сегодня получается так. Ой, обожаю, правда. Это хорошо, что ты правду говоришь, радость моя. Ну, в таком случае, что это, гулять, ты когда там идешь? Стыд. С мамой моей? Куда? Что с мамой моей? С мамой моей. Блин, вот она, конечно, плохой выбор-то сделала. Такого урода отхватила. Ладно, жестко. Блин, капец. Так жаль. Такой выбор сделала, мне ее жаль. Нет, не смешно. Бля, мне жаль свою маму. Ну ладно. Папочка, тогда до свидули, дули, дули, блядь.